козачий хор. Песня латинських казаков. Кто это нас сегодня преследует целый день? Сестры Берри? Или, может быть, сестры Эндрюс? Или сестры Кларк? А может быть, это вообще не сестры? Да уж, скорее братья. Братья из замечательной семьи радиоприемников Минского производственного объединения «Горизонт». Селена 402. Океан 222. И Селена 224. А теперь, с вашего разрешения, мы поднимемся к себе в номер, чтобы слегка привести... порядок свои впечатления
да и самих себя после вот этого суматошного дня. Тем более, что дело идет к вечеру, нам пора собираться в обратную дорогу. А вам, чтобы вы не скучали, мы советуем подняться на самый верхний этаж этой комфортабельной гостиницы. Там вас ждут. Tu ne dois plus longtemps ne colomber de toi-même. C'est long le rond, tu ne joues pas près de Pontéon. Et tu le sois sans se finir, trempé de fond. Avec tes cheveux c'est ballon, bambino, bambino. Tu leur des chérifons, bambino, bambino. Va plus toujours ballon, bambino, bambino. Comme le fait les gamins. Et gratte, gratte sur ta mandoline, mon petit bambino. La musique est plus jolie, quitte le ciel de l'Italie. Et chante de toi, câline, mon petit bambino. Tu piches tout qui t'y donne, elle est te rampe ses sirons. Avec tes cheveux c'est ballon, bambino, bambino. Tu leur des chérifons, bambino, bambino. Va plus toujours à ballon. Comme le fait les gamins. Avec tes cheveux c'est ballon, tu leur des chérifons. Pour plutôt y jouer à ballon, comme le fait les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur la cigarette. Allons chez le trottoir, connais-tu le ghetto. Tu peux pencher son tonnerre et ta casquette. Son n'est pas ça qui danse et qui retéveillera. Avec tes cheveux c'est ballon, tu le redigirons. Pour plutôt y jouer à ballon, comme le fait les gamins. Любовь неразделенная страшна, но тем, кому весь мир лишь биржа драка. Любовь неразделенная смешна, как профиль, все равно дверь широка. Дима деловитый соплеменник сказал жене в театре современник. Ну что ты все равно в своем нашла, вот дурень. Я, к примеру, никогда бы так не страдал из-за какой-то бабы. Другую бы нашел и все дела. Затравленных глазах его жены забито проглянуло что-то вдовье, из мужа перло, аж трещали швы. Смертельное духовное здоровье. О, сколько их таких здоровяков, страдающих отсутствием страданий. Для них есть бабы, нет прекрасной дамы. Разве сам я в чем-то не таков? Зевая, мы играем, как в картишки, в засаленные, стертые страстишки, боясь трагедий, истинных страстей. Наверное, мы с вами просто трусы, когда мы подгоняем наши вкусы под то, что подоступней, попростей. Не расшептал мне внутренний подонок из грязных подсознательных потемок. Братец, это сложный материал. И я трусливо ускользал в несложность и, может быть, великую возможность любви неразделенной потерял. Мужчина, разыгравший все умно, расчетом на взаимность обесчещен. О, рыцарство печальных сирано, ты за мужчин переместилась в женщин. Либо рыцарь, либо вы не любите. Закон есть непреклонный, в ком дара нет любви неразделенной, в том нету дара Божьего любви. Дай Бог познать страданий благодать, и трепет безответный, но прекрасный, и сладость безнадежно ожидать, и счастье глупой верности несчастной, и тянущийся тайнах мятежу против души своей леденённой, в полулюбви запутавшись брожу, с тоскою любви неразделённой, с тоскою любви
неразделенной. Батум, la minoterie, elle est sur les monts. Tu ne dois plus longtemps colombes de toi-même. C'est l'on la roue, tu ne sois pas près de Pontelon. Et tu le sois sans se finir trempé de foin. Avec tes cheveux c'est ballon, bambino, bambino, de l'air des chéribons, bambino, bambino, va plutôt jouer à ballon, bambino, bambino, comme le fait les gamins. Кстати говоря, если качество изображения или качество самой передачи, которую вы сейчас смотрите, вас чем-то не устраивает, все претензии к собственному телевизору. Этот гарантирует отличное качество. Опять реклама. На этот раз мы что, рекламируем телевизоры? Ни в коем случае. Телевизоры минской фирмы «Горизонт» так хороши, что не нуждаются в рекламе. Вот ирония здесь неуместна. Марка «Горизонт» – это качество цветного изображения и звука, экономичность и универсальность, надежность и оригинальный внешний вид. И вот теперь позвольте представить вам так украсившую наше путешествие по Минску Анжелику Илинскую, которая совсем недавно выиграла конкурс «Минская красавица». И я уверен, что выиграла его по делам. Попросту говоря, перед вами мисс, то есть, простите, уже миссис Минск. Ой. Вот какие замечательные девушки вырастают на щедрой белорусской земле. Ну вот, наверняка дежурная по этажу. Сейчас начнется эта обычная волынка, 602 номер, провожайте гостей. А может быть, это уже телезрители звонят? Привыкли, думаю, что у нас живая передача, прямой эфир. Извините нас, пожалуйста, но мы идем в записи. Черная велась дорога, дождик моросил. Проводить меня немного кто-то попросил. Согласилась, да забыла на него взглянуть. А потом так странно было вспомнить этот путь. А потом так странно было вспомнить этот путь. Спутник песенкою прямо сердце бередил. Помню древние ворота и конец пути. Там со мной ушедший кто-то мне сказал прости. Там со мной ушедший кто-то мне сказал прости. Thank you.
Thank you.